Красиво. У нас в гостях в студии сегодня детско-юношеский духовный хор «София», художественный руководитель Елена Плеханова. Ну а рядом с нами Анна Костенко, организатор выставки ярмарки «Сибирь православная», которая работает у нас в Красноярске с 8 июня, уже со среды. Здесь можно поаплодировать. Да, да, давайте поаплодируем. Спасибо большое, это очень-очень классно. Давайте расскажем теперь про ту самую выставку-ярмарку, которая начнет нашу работу. То есть хор мы сможем там увидеть. И услышать, что ежедневно услышать, увидеть, и поприветствовать, и поаплодировать. Угу. А что еще будет на этой ярмарке выставки, помимо этого великолепного хора? Ну, во-первых, будет выставочная экспозиция, на которой представлено более 300 участников со всех уголков России, и в их числе около 100 храмов России, Украины, Белоруссии, Грузии, Греции, Израиля и многих других территорий. Скажите, это выставка, где можно полюбоваться какими-то вот уникальными произведениями искусства, или можно даже что-то приобрести для себя? Можно будет и приобрести. Каждый храм везут и свои святыни, и какую-то продукцию монастырских хозяйств уникальную, которая здесь у нас, в принципе, не существует. Помимо этого, можно будет приобрести ювелирные украшения православной тематики. Это нательные крестики, это именные ладанки. Также для священнослужителей это церковное облачение, православная духовная литература от православных издательств. Много-много всего интересного. Анна, буквально через полторы минуты мы еще подробнее расскажем нашим зрителям об этой выставке и послушаем еще немного наш хор, который к нам с утра сегодня приехал. Буквально полторы минуты, и мы вернемся. Мы напомним, что у нас в студии детско-юношеский духовный хор «София», который приготовит для вас, наши уважаемые зрители, еще один музыкальный шедевр. Захватывает. Я сейчас возьму микрофон, чтобы немного пообщаться и с участниками этого хора. Но, во-первых, мы бы хотели с Еленой поговорить. Елена, доброе утро вам. Скажите, пожалуйста, вот собрать вот такой хор, как вообще проходят ваши занятия? То есть это весь состав или нет? Нет, это еще, конечно, не весь состав. Уже началось лето, поэтому некоторые дети в отъезде. Какой возраст у детей? Вообще мы принимаем детей с 5 лет, но здесь дети в концертном составе с 11 до 18. Слушайте, а в вашем репертуаре только духовная музыка? Конечно, мы поем и светскую музыку тоже, но духовная музыка – это основной репертуар, потому что хор духовный. Сложнее что петь, светскую музыку или духовную? Конечно, духовную. А где берется вот этот репертуар? То есть
существует ли автор у всех этих произведений? Безусловно. Сегодня очень в широком доступе есть различная музыкальная литература, поэтому нет никаких проблем. Есть специальные духовные сайты с духовной музыкой, в том числе современных авторов. Поэтому сегодня нет проблем с этим совсем. Угу. Ну вот перед подготовкой к вот этой выставке, какая будет ваша задача там? Что вы можете нашим зрителям сказать, которые придут? Сколько они могут вас там послушать? Сколько песен будет представлено на каждый день? Вы знаете, наша самая главная задача – это акафисты. Мы поем акафисты, то есть это молитвенное пение. Мы в специальном отделении, там, где стоят иконы, которые привозят со всех концов Красноярского края, из Красноярской епархии. И там мы в основном поем акафистную музыку. И несколько раз на сцене мы будем петь уже такой концертный репертуар. Отлично. Я вот, можно с девчонками пообщаюсь? Девушки, вот я слышу, что здесь разноголосие такое. Вот как у вас распределяются голоса? Кто-нибудь может эту систему объяснить? Голоса делятся на несколько партий, так сказать. Первое сопрано, второе сопрано, первый альт, второй альт. И сейчас у нас появились басы, которые уже повзрослели. Где басы у нас? Басы вот стоят, справа от тебя. Здравствуйте, басы. Отлично. Слушайте, я бы никогда не ответил на такой вопрос. Я надеюсь, что в какое время хор будет выступать? В какое время мы можем вас увидеть в Сибири? Мы начинаем сразу с открытия. С Владыкой вместе будем петь молебен. Можно еще раз задать вопрос? Спасибо большое. Анна Костенко, у нас организатор выставки ярмарки «Сибирь православная». Скажите, когда и куда приходить? С 8 по 14 июня МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19, будет работать выставка «Сибирь православная». Режим работы с 10 до 19 часов. Вход свободный? Вход свободный. Успевайте, дорогие друзья, это событие, которое проходит у нас раз в год, да? Раз в год, да, поэтому, если вы интересуетесь всем православным, что только может быть, приходите в Сибирь и знайте, что со всей России действительно много всего приехало в Красноярск. Прямо сейчас у нас небольшая полезная информация. Мы говорим нашим гостям огромное спасибо. Теперь уже только встретимся в Сибири 8 числа.